Всем привет! Расскажу, как выставить часы на магнитоле 6000 SD. Для этого нужно включить магнитолу, тут включается радио, нажимаем клок, дальше появляются стрелочки. Стрелочками мы передвигаемся в нужную позицию, что нам нужно, допустим, время, и дальше просто крутим, не нажимая ничего. 12, 11 часов, 10 часов. Также стрелочками можно перейти на дату. 22 год, 21 год, 20, мой любимый, 14. Но уже прошло довольно-таки много. В общем, как-то так. Как выйти из этого режима? Да просто. Нажать клок, все. Кому было интересно данное видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!